передо мной Евгений Абдурахманов. Евгений, как вам первый конкурс? Так тяжело дался вашей команде, там, по-моему, девушке было тяжело, но она в итоге преодолела, по-моему, все испытания. Ну, ей было очень тяжело, да. Мы не думали, что лестница настолько заберет много сил, вот, и поэтому немножко просчитался я тактически, так скажем, по команде, кого куда выставлять. Так, ну, что? В принципе, вы довольны вот началом, так, пускай это было тяжело, но, знаете, первый бил комнат. Я был выступлением тех, кто смог выступить, да, не весь состав команды, с учетом того, что время кончилось, но я доволен, как все отработали, я рад, что наша девочка там справилась с волнением, со страхом, потому что было очень опасные некоторые моменты, вот, так что они, ну, молодцы ребята. Она пират или выступала в таком вот... Она уже имела опыт в прошлой дикой восьмерке, но, как бы сказать, более-менее сольно она выступала первый раз, а так... И последний вопрос. Ну, вы надеетесь сегодня все-таки на улучшение результатов других? Ну, естественно, конечно, конечно, да, да. Потому что, ну, ребята готовятся, тренируются, я вместе с ними. Поэтому хочется прогресса, но, в принципе, он и есть. Ваша команда называется Running Athletics. Да. Это почему такое название? Ну, потому что мы еще много бегаем дополнительно ко всему, участвуем в беговых всяких соревнованиях, вот, в этом году. По-моему, может, все-таки идет атлетика главная, по-моему, правильно? Ну, да, ближайший забег будет через 2 недели, там 30 километров по озеру замерзшему будет. А это, да, по мне, легкая атлетика, это, по-моему, ну, силовая. Атлетикс, да, кроссфит, многоборье и... То есть вы хотите доказать, бег, то, что легкоатлеты умеют... И как это бы, можно совмещать, да. Соперничать с силовыми, да? Да, да, да. Потому что команды остальные посильнее, и вы хотите это показать. Даже что пожелаете другим легкоатлетам? Также вот так же заниматься функциональным многоборьем. Это помогает легкоатлетике? Ну, в определенные периоды подготовки, так скажем, не совсем заменяя. Вот, но иногда можно включать в общее, как сказать, в ОФП. А вы, я так понимаю, активно участвуете еще в соревнованиях Герген Атлетикс, правильно? Я так понимаю, помогаете развивать эти соревнования? Ну, как сказать, мои коллеги больше этим занимаются, я все-таки больше тренер. Да, ну будете вы как бы участвовать в соревнованиях Герген Атлетикс в 2018 году? У нас будет, ну, я планирую, да, на короткие дистанции, да, я сам себе спринтер, и поэтому хочу поучаствовать обязательно. Тогда вам желаю успехов, и еще раз, через 2 месяца у вас будет марафон, правильно я понимаю? Не, буквально через 2 недели. Через 2 недели, а где? В Ростове. Великом. А это тут самый знаменитый, кому трейловый, да? Ну, там трейл, да, будет такой крупный, зимний. А не холодно там будет? Холодно будет, в этом одна из прелестей. Ну, тогда, вам желаю... особенностей. Тогда вам желаю успехов, чтобы у вас все получилось. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.